Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литл Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Ребят, смотрим с вами трое, апартаменты. Зона воздуха. С одной, со второй стороны отельчик небольшой, номеров мало. Уже многие из них выкуплены. Отель работает без питания. У отеля Трой в Саранде муниципальный пляж. Он находится в 100 метрах от отеля. А также здесь, поскольку пляж муниципальный, не предоставляется пляжное оборудование. И пляжных полотенец тоже нет. Заходим в апартамент Троя. Смотрите, какие большие. Я сама вышла. Кухонька, телевизор, кондиционер, холодильник. Смотрите, вот полукругленький маленький, это я в девятку. Кухня, плита. Плита отличная, микроволновка. Плитки, видите? Все принадлежности. Кондиционер и, конечно, это кухонька. Тарелки. Еще. Кондишн такой и этот. Отличный. И вентилятор есть. Она вот нам показывает толочный вентилятор дополнительно. И так здесь что большой тут... балкон на море. Вот. Но здесь еще и посуда. Так. Что у нас тут по виду, что нам показывали? Ой, ну, там тут не видно. Ага, здесь просто такой балкончик маленький, полукругом небольшой. Так, пойдемте посмотрим ванную. Ванную. Ого, размерчик, хочу вам сказать. Значит, здесь стиральная машина. Да, не новенькая, но стиральная. Так, здесь у нас большое, вообще просто огромное зеркало. Кстати, бойлер. Отлично, не будет перебоев с водой, потому что у многих отелей на солнечных батареях. Вода, бельевая корзина, раковина, унитаз, мусорка. Здесь даже швабра есть, тазик. Вот сам душ очень большой, видите, прямо огромный. И есть шторка, очень хорошо. Так, вторая комната у нас. Так, здесь у нас шкаф, сушилка. Так, и здесь очень большой балкон. Так. Ух ты! Ребят, это круто. Значит, здесь столик, стулья. И вот он огромнейший. Так, что у нас здесь по виду? У нас здесь выходит на улицу. На кафешку. Кафешку на улицу. У нас данный номер выходит. Здесь у нас даже два телевизора. Здесь у нас плазма. Ну, знаете, очень хорошо для апартаментов. Они такие чистенькие, аккуратненькие. Все есть. И, кстати, это один из самых недорогих апартаментов. Номер 13. Апартаменты Трое. Знаете, прихожая. Так, ванна. Ого-го-го-го. Все у нас тут есть. Мусорница в розочку. Ванна. Здесь почему-то маленькое зеркало. Стиралка. Так, давайте посмотрим кухню. Плазма. Столик. Диванчик.
Ой, ну вот здесь вот вообще еще лучше кухня, чем в том номере. Современные такие плиты, все вон есть. Вон, даже смотрите, какие ложечки, чтобы кастрюльки не поцарапать. Турка маленькая. Ой, подкупили меня вот этим. Так, ну и здесь у нас точно такой же балкон. Кстати, у нас здесь москитная сетка стоит, что не может не являться плюсом, потому что в Албании, в принципе, много комаров. Они не такие гигантские, как в Беларуси, но тоже кусачие. Мне за 7 дней кусали прилично ноги. Так, что у нас тут? О, что у нас тут? Ой, какой тут, смотрите, какая красота. Красота. Тумбочки. Вот здесь такое небольшое окошко. Открывается автоматически. Кондиционер. Большая кровать. Есть раскладушка. И вот еще дополнительная полочка. Даже еще 9-й апартамент. Опять у нас есть прихожая. Опять у нас есть еще одна дополнительная кровать при входе. О, здесь у нас утюг, гладильная доска, еще дополнительный столик. Здесь большая кровать. О, кстати, открыт шкаф. Сейчас я вам все покажу. Тут даже... Ого-го. Тут даже еще комплекты белья постельного, простыни. Вешалки у нас тут. Так, тут диванчик стоит с этой стороны. К этой вешалке ставить стойку с полочкой. Так. Тут четырехкомфорка. Электрическая. Ну, чуток постарше. Ну, посуда вся, у них наверху чашечки. Какая милость. У них огромная вот эта 16-ка на весь этаж. Так вот, что у нас тут? Мусорка? Стоит все, что нужно добавить. Кастрюлька. Понимаете, тут матрасы, там стульчики, там это. То есть огромная такая комната. Плазма. Там по-домашнему, знаете, по-домашнему. Здесь все у нас есть. Холодильник есть. Еще раз столик. Здесь опять-таки большой балкон. И вот такая вешалка. Даже картины висят. Там это. Они... Ты на чемоданах по принципу. Так, тут у нас хорошо. Кстати, фены есть во всех номерах. Их потом доложим. Где моя Татьяна? И тоже два балкона. Какая-то фишка в мусорке с розочками. Такой же, а там со спальней большой на море. Получается, что все они смотрят... Все круто. Все новенькое, обновленное, реставрированное. Кстати, внизу есть бар, где можно там выпить кофе, чай. Да. Можно поэтому что-то там как бы проигнорировала, хотя бы вы. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока.